Вот она реальность нашего мира. За деньги, да. За деньги можно сделать все, что угодно. Люди стараются, пыжутся, составляют какие-то резюме. В общем-то, работают на то, чтобы себе создать имидж, чтобы попасть в большую корпорацию. И считают, что они теперь все, достигли успеха. Они попали в корпорацию и работают на глобальных товарищей. Глобальные товарищи специально создали эти корпорации, чтобы вы на них работали. Вы думаете, что вы добились всего? Успех обеспечен. Я работаю на корпорацию. Я менеджер среднего звена. Я не работаю под, я работаю на. На кого? На глобальных товарищей, которые, сука, порабощают мир, которые в итоге полят ваших, сука, детей и всех остальных детей. А вы этому потакаете. Вы одеваете намордники, потому что ваш начальник сказал, вы не получите котика, не получите никаких привилегий, пока, в общем-то, не наденете намордник, потому что, ну так, система заложена, потому что главный чувак, на которого вы работаете, на корпорации, сказал, что надо одеть намордник. И вы надели, вы послушная, сука, стадо. Вообще вся вот эта вот финансовая шляпа, я работаю в Сбербанке, я работаю в какой-то финансовой корпорации, я работаю в торговле. Вот все вот это вот заточено по то, чтобы порабощать мир. Вы работайте на то, чтобы поработить остальных. И чем вы отличаетесь, а потом вы удивляетесь. Ой, мне повесточка пришла. И как сыкло бежишь в Казахстан. Работать удаленно. Лишь бы только продолжать работать на корпорацию, которая вам, сука, выдает повестки. Вам. И вашим детям будет выдавать повестки. А вы будете его отмазывать. Я добился всего. Я работаю на корпорацию. Я считаю, что самое лучшее — это сфера услуг. Они хотя бы полезным делом занимаются. Дворники, уборщики, извозчики, парикмахеры. Все те, кто делают полезные дела людям, это, нужно, понимаете? Людям нужно нормальные, простые, бытовые вещи. Ремонт. Вот это да. А вы что, пришли в офис, посидели пальчиком своим жирным, нажали на кнопочку и поработили весь мир. Приходите, взяли себе пивка, включили себе телевизор или сраный ТикТок, где играет инстасамка. И говорит, и зомби продолжает вас зомбировать. За деньги, да. Я могу все сделать за деньги. Да, к сожалению, это так. Мир заточен под то, что деньги решают многое. Но создаете это вы. Вы, так сказать, подбиваетесь под эту систему, чтобы остальных порабощать и не давать шансы другим. Поэтому они создали такие условия, что идите работать в корпорации, да будьте успешным человеком. Но вы не понимаете, что все эти корпорации порабощают мир. Транснациональные корпорации уже давно поделили вашу всю, вашу страну, которую вы считаете страной. Все ваши активы, все продается, все уже давно захвачено. А вы продолжаете на это работать. Ну как же, надо приспосабливаться к системе. Раз так система заложена, я пойду работать в банк. Потому что банк решает, или я буду айтишником. Работать в сфере безопасности какой-нибудь транснациональной корпорации, которая опять же таки, сука, порабощает мир. А они так и сделали. Условия для тех, кто хочет порабощать мир, условия будут хорошие. Вы будете получать хорошие деньги, отдыхать за границей. Вы будете трахать обалденных девчонок. И они с вас будут иметь тоже деньги. А вот все остальные работы, сфера услуг, вот это вот все, это шляпа. Люди, которые делают действительно полезные дела в жизни, рабочие, да? Электрики, да кто только, кого только нету, да? Они получать должны мало. Это срань. Это люди третьего сорта. Да, конечно, потому что они делают полезные дела. А вы продаете своему же народу мясо по огромной цене. Хлеб, мясо, молоко по огромной цене. Менеджеры сидят в офисах и решают, как бы продать подороже людям. Потому что надо поиметь опечку с этого, с остальных. Вот так вот заложен мир, так заложена система. И чего уж тут жаловаться. И мне будет очень интересно, даже когда в модную штуку вы все потеряли свою работу и думали, а как же, куда же мне теперь пойти? Что же делать? А знаете почему? Потому что чувак, на которого вы работаете и для которого вы зарабатываете деньги, он решил, а нахрен мне это все надо? А введу я вот локдаун, да? И пусть они все посидят дома, будем платить им половину. И все такие, как такое может быть? А потому что вы, сука, работаете на эту систему и делаете все для того, чтобы она процветала. Вы думаете, что процветаете и вы в итоге? Но вас в любой момент вышвырнут, как бессовестных псов просто, которые ссут везде по подвалам. И будете также искать себе работу, только в другой сфере. И вот пришло время, которое говорит о том, что многие уже просто не нужны. Становятся не нужны. На кнопочку может и робот нажимать. С чего вы делаете полезного? Обворовываете народ обычный, да, который и так без того уже обворован. А вы продолжаете. Живешь в соседнем подъезде с ним, в соседней квартире. А он тебя ворует, потому что приходит, нажимает пульт на кнопки, считает себя охуительным чуваком, потому что работает на корпорацию, которая порабощает всю остальную систему. Вот как это все действует. Вот как это все работает. И работать будет продолжаться, потому что как же, за деньги, да? Что же теперь сделать?